Сегодня правительство Чувашии утвердило величину прожиточного минимума на второй квартал этого года. Он вырос на 4 с лишним процента и теперь в среднем составляет 8806 рублей. Такой рост связан с ценами на продукты. Во втором квартале серьезно подскочила стоимость овощей. Среди регионов ПФО республика занимает традиционно 11-12 места по величине прожиточного минимума. Напомню, что для каждой категории граждан он отличается. Меньший у пенсионеров, самый большой у тех, кто работает. Прожиточный минимум нужен для расчета детских пособий, субсидий на ЖКУ, выплат при рождении третьего ребенка.